Трудовая победа СБР над «Регионсталью». Подводим итоги этой встречи. Денис Коробейников и Гога Танаян, наши послематчевые студии. Денис, поздравляю с победой. Ну что, делись эмоциями, каково оно? Спасибо нам и сопернику за игру. Слушай, честно, я думал, по матчу как будто мы 4 тайма сыграли. Мы вообще по игре сначала играли 20 минут, потом 10 минут кричали все на поле, когда удаление произошло. Ну вот, потом второй тайм опять, драка на соседнем поле, опять какие-то там Дима ушел, все стоят, потом четвертый тайм, в котором, наверное, все эмоции выплеснули, там забили туда-сюда вот эти моменты. Честно, поэтому у меня кажется, как в хоккей играли там 4 по 15 эмоций. Ну, мне не очень понравилась игра со стороны, как бы первый тайм вообще, наверное, не удался, там не у первой семерки у нашей, молодые тоже особо как-то так. Была задача играть двумя семерками в прессинг, но как-то прессинг разбивался вообще там. Легко они выходили, либо длинные передачи, где там парни тоже убегали. Должны были, наверное, нас даже наказывать, наверное, в первом тайме. Поэтому, ну, мне вообще игра сильно, честно, не понравилась. Эмоций нет. Ну, ключевое, что считаешь, за счет чего удалось все-таки выиграть? Вот эта глубина состава, в итоге она сказала, что у соперника было поменьше замен, еще одного футболиста потеряли по ходу матча из-за удаления. Ну, удаление тоже сыграло роль, да, свою там. Ну, потом, я слышал, что парни говорят, типа, давай, говорит, мы сейчас отобьемся 10 минут, и мы свою, типа, заковыряем говняшку, там, вот она и залетела такая первая, наверное, непонятная. А так, да нет, почему? Ну, молодые наши, наверное, доиграли до конца, до самого, там, голы-то вроде неплохие забили, разыграли, прям стеночку по мини-футбольному там закатили, мимо вратаря. Не надо было биться всей дури. У нас все пытаются, ребята, говорю, вот Рамазан, они пытаются сломать перекладину, штангу, сетку порвать, все что угодно, да, но не мимо вратаря ударить. Как только бьют мимо вратаря, вратарю тяжеловато достать, мяч в угол катится, уже проблематично все. Вот так голы мы и забили. Ну, за счет, наверное, молодежи, да, вот, доиграли этот момент, матч. И защите, как бы, там добились до конца. Все-таки парень у них вообще зверюга вот этот играет, он забивает на опережение, с ним в подкатах там стелится. Ну, он, конечно, красавчик, молодец. Гог, ну что, вторую неделю подряд, получается, 2-3. Что ты хочешь сказать по горячим следам, почему уступили? Да, уступили. Поблагодарю тех ребят, которые приехали, да, у нас пока много травмированных, кто-то в отпуске, кто-то там свадьбу отмечает, кто-то кого-то предстоит это. Вот, собрались как могли, даже Борчугова попросил, хотя у него с пахом было, да, поблагодарю его, и Каюк тоже, да, пришел, тоже меня предупредил, что у него там с коленом проблема. Король получил удаление, соответственно, доигрывали как могли, играли, бились, с удалением справились. Как бы там соперник не говорил, что оры-моры, у них, я думаю, чистые 7-8 минут точно было игровых, и раза 4-5 они подходили к воротам, то, что они не забили, ну, ссылаться на хоккей, я не знаю, но выиграли, они молодцы, да, они выиграли, мы повели еще во втором тайме, и мы психологически не смогли удержать этот счет, и за 2 минуты пропустили, соперник быстро вернулся в игру, дальше мы забили гол заслуженный, который 2-2, да, там, говняшка, не говняшка, но гол. А, ну да, 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 первый гол тоже такой, да, курьезный был, да, да, все голы, в принципе, тут курьезные, вот, даже когда мы ему первый гол пропустили, тоже там человек просто щекой бил, и там мимо всех подошв прошло, и мимо там вратаря перчатки прошло, тоже так курьезный, можно сказать, да, ну, если гол залетел, то это заслуженно, не заслужили гол, мы 2 забили, мы заслужили сегодня 2 гола, они 3 забили, не заслужили 3, значит, они сегодня больше хотели победить. По поводу обоймы, ну, много их кто заболел, да, и... Я опять же говорю, нас опять хватило 40-45 минут. Я своим игрокам говорил, что нас с такой обоймой, если повезет, то 60 минут хватит, да. Но очень благодарен Халиду. Он справа мне понравился, как сыграл Карлен, форму набирает. Сегодня очень много сыграл и практически без замены. Вот потихонечку наберем, придут игроки. Все будет хорошо. Ну, как бы, понятное дело, что мы сейчас не в оптимальной форме и не в лучших кондициях. В силу того, что травмы, опять же, кого-то нет. Поэтому соперники молодцы, я их поздравляю с победой. Но надеюсь, что мы когда-нибудь там во втором круге отыграемся с ними. Вопросов нет? Смотри, ты уже говорил неоднократно, что продолжается и команда строится, да, и вот вопрос с дисциплиной, тебя все это волнует, да, предматчевый сбор, установка, все должны быть вовремя. Что с этим делать, да, уже получается вторую игру подряд Беликов опаздывает, Алекс Адам опаздывает. Насколько у тебя это все, ну, не нравится, насколько тебе все это неприятно, напрягает? Ну, я сказал, что те, кто опаздывает на сбор, у них с гонорара штраф 500 рублей, это однозначно. Вот, не в старте второй пункт, и третий пункт с 10-15 минуты будет играть, но в силу того, что не было мало замен, поэтому Адамс и Беликов, в принципе, они 7 минуты вышли. Вот, будем гнуть эту линию, кто бы то ни был, будем так пока вот стараться. Ну, сегодня мне понравилось именно, как мы реально более-менее собранно вошли в игру, более-менее реально получилось, не с первых минут пропустили. Мы либо гол, мы либо начинаем матч с 0-1, либо с удаления. Надеюсь, когда-нибудь нам повезет, и мы начнем матч с 0-0 и без удаления закончим. Смотри,
Да, заявка такая, в принципе, громкая. Ну, человек харизма, Сергей Степляня. Почему сегодня отсутствовал? Мы ждали, наверное, его дебюта за регион стали. Несомненно, это усиление, опытный игрок, такой дядька, вожак на футбольном поле. Почему он отсутствовал сегодня, когда появится ли в следующее воскресенье? Да, Степ очень опытный игрок, и нам действительно, ну, я нуждался в нападающего, подменять с Адамсом, чтобы они или в двойке играли. Такой нападающий опытный, он физическая подготовка, цепляется, бьется. С Мишей Семеновым я очень хорошо общаюсь, надеюсь, он тоже вернется, у него большая травма. Пока будет Степа в городе, да, он просто в Беларуси на сборах ЦСКА, да, он, ну, профессиональный футбольный игрок, это вот пляжник ЦСКА. Поэтому, когда они будут здесь, я жду Степа, у него футболочка готова, все будет хорошо, надеюсь, мы добавим, все игроки вернутся. Игроки-то у нас хорошие, просто нужно, чтобы сбор, вот, организацию чуть получше сделать, у нас все наладится. Денис, возвращение в родные пенаты соседней половинки Алексея Георгиева, насколько тоже это добавило уверенности? Ну вот, выиграли сразу же, да, вроде как он целый матч, я думаю, у него вообще супер тяжелый был против Адаму, да, там, грубо говоря, у них такая своя дуэль была, битва, ну, может быть, даже 1-1 они сыграли, тут все-таки из-под него забил, а Леха все-таки в матче выиграл, поэтому, думаю, ну, Леха усилит, что он топ-защитник по Питеру, поэтому... Сделали там, как у нас получается, рокировочкой Ваньку Блинову отдали в Купчино, да-да-да, на него обменяли, поэтому Ваня там побольше поиграет, Леха здесь поможет, все-таки мы боремся, у нас задача была какая, что если матч сегодня выиграем, ну, мы продолжаем все-таки бороться за золото, да, но вот если бы проигрывали или в ничью, то уже большой отрыв был бы, поэтому Леха помог, мы дальше в золотой гонке. Ну да, я отметил, что по итогам тура вы третий, но в целом вся борьба еще действительно за самые высокие места впереди. Да, конечно, мы смотрим в таблицу, тем более, когда ты в ней идешь высоко и близко к призам, ты в нее чаще заглядываешь, да, смотришь и думаешь, раскладываешь, кто за другими, за соперниками также следишь, кто поверху идет. Ну вот, поэтому мы продолжаем бороться дальше за призы, за медали, за золото. Пару слов про потери. Константинов, Яблоков сегодня отсутствовали. Ну, еще, наверное, конечно, в первую очередь нужно ответить Букштан. Что с ним? Уехал уже на контракт или по каким-то другим причинам отсутствовал? Ну, Букштан в этом, в КамАЗе, на просмотре, вроде как должен подписать, там, не знаю, поэтому сейчас должен приехать, поиграет. А Виталик со Стасом, они, ну, тяжело, все-таки отпуск, лето, да, у всех семьи, взрослые люди, поэтому ничего, у нас глубина состава большая, у нас сегодня 17 человек. 15 полевых, да, с вратарями 17, поэтому более чем достаточно. Поэтому ничего, справимся без них пока что. Понятно, Елсаков по дисквалификации, да, пропускал. Качнова мы не увидели сегодня. Наверное, для тебя это тоже один из системообразующих футболистов. Почему не было Влада? Да, Тёма Лаверненко, да, у него температура с понедельника, и коча температура, и много футбола. То есть они сейчас не в сильных физических кондициях, чтобы играть там в неделю по 4-5 матчей. Хоть они и воспитанники «Зенита», реально академики, выпускники. Это классные игроки, обученные Спасом, с головой. Ну, сборы проходили всю жизнь с командой. Выезжали там на, да, за границей. Очень опытные, классные игроки. Но уже... То есть, как сказать, тело не готово. То есть голова готова к таким физическим нагрузкам, да, а тело не готово. И, соответственно, ну, ты когда такие матчи проводишь интенсивные, каждую неделю там по 3-4 матча, у тебя уже не то тело. Ты когда одно дело, когда ты два раза тренируешься в день, это другое дело, да. А сейчас и Кочи перенаелся, да, переутомился, я думаю, он сам понимает. И Тёма Лаврененко, вот. Поэтому пусть они паузу возьмут. На следующей неделе, я думаю, они все будут. Последний тебе вопрос. Кого сегодня отметишь? Кто лучший игрок матча, на твой взгляд? Шмаков, раз победный забил. Нет, не знаю, вообще лучших я не знаю. Мне матч не понравился, поэтому я не знаю, кто лучший. Слушай, да, мне понравились по самоотдаче, да, в конце Рамазан. Да нет, тоже нет, наверное. Пускай вратарь будет, все-таки где-то пропустил меньше, чем соперник. Поэтому я не знаю. Да лучший тренер, наверное, был, так как победа где-то заменки там. Ну, я ему вовремя подсказал тоже, чтобы поменять там молодых, выпустить на концовку, там 10 минут оставалось. А нас уже начали поддавливать ребята, причем прилично, хоть их и было мало. Поэтому команда лучшая. Спасибо большое. СБР, поздравляем с победой. Регион Стали. Пожелаем удачи. Денис Коробейников, Гоготанаян. Спасибо, друзья.